И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем исследовать заброшенное здание. Всем привет. Так, давай будем смотреть, что здесь такое. Сразу видно, людей давно здесь не было. Димас, а где мы находимся, кстати, сейчас? Я даже не знаю, это Северный полюс. Ну, давайте покажем. Северный полюс, да. Да, это Северный полюс. Мы выйдем на улицу. Ну, я тут смотрю, тут такое вот чувство. Это мы в океане стоим. Да. Но я не буду рисковать проверять. Там вода прям. Мы сегодня, ребята, диггеры. Да, мы сегодня заброшенные диггеры, здания изучаем. Так, пошли. О, смотри, здесь вниз можно спуститься. Так. Ну чё ж ты не хватаешься-то, а? Скорее всего, Димас, это какой-то научный заброшенный центр. О, или там что-то светится. Офигеть, смотри, тут что-то светится. Димон, осторожней. Посмотри, иди. Опа, здесь дисплей есть. Это в воде добывают, видишь? Так, Димон, сейчас я попаркурю. Профессиональный паркурист. Это я тренируюсь. Мышцы разминаю. Так. Так, на крышу. Во. Я тоже. Сюда. Эть. Я сейчас допрыгну. Вот. Есть. Ого, как ты туда прыгнул? Надо разгон взять. Ну. Во. Теперь на забор. Во. Теперь на крышу. Ребята, ну вообще паркуристы. Ну вот. Смотри, вот посмотри туда вдали. Вообще классно выглядит, да? Все? Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, Димончик, я попробую на забор слезть, чтобы не упасть. Оба-на. Чика. Димончик. Что смотри, будем делать? Я запрыгнул. Что будем делать? Раз, будем два, убегать. Три. Три аниматроника. Они нас ждут, не выпустят. Пока мы спрыгнем. Я, короче, спрыгну. Прыгаю сюда. Осторожно. Есть. Она прям смотрит. Ребята, смотрите. Она какая-то заряженная. А ты, Димончик, как туда запрыгнул? С крыши. Ну ты паркурист вообще. Ну-ка, лови гранатку. Давай их забросаем гранатами. Давай. Там бочки. Их не берут гранаты. Мне кажется, надо свалить. Я попробую на крышу прыгнуть. А-а-а, блин! Я в безопасности. Все, я побежал, короче. Я бегу. Сразу открываем огонь на поражение. Угу. Не жалеть, не щадить. Они убийцы детей. Нету никого, Димон. Они что, ушли отсюда? Они так, прячутся. А вот теперь осторожно. Они прячутся, Димон. Они могут быть где угодно. Я уверен, они где-то там. А, они здесь были. Вот там мы на крыше стояли. Да. Они где-то здесь. Аккуратней. А то звук страшный. Я на корточках буду, Димон. Угу. Да ты, фух, я испугался. Я наверх. На бочке. Ай, головой ударился. Ой, я на этой штуке стою. Оба-на, смотри. Смотри. О, кто там? О, так это плюш-трап. Ну, его маленький, прикольный. О, а чё их двое стало уже? Так они ж плодятся, когда по ним стреляешь. Они меня тут не достанут. Смотри, Димон, я за быльцем. Их уже трое. Я спрыгну, если ко мне кто-то подойдет. Я спрыгну, я обещаю. Отхода. На, меня укусили. Не бойся, Димон. Они по 10 хп снимают. Ничего страшного. Меня еще не цапнул. Ай-яй-яй. Ловушка. Тихо. Детский садик, ребята, мы их боимся. 75 хп, уже укусили меня 3 раза. Тихо. Ой. Ай, Чика! Вот она. Ребята, не щадим ее ни секунды. Застряла, да? У него какой-то интеллект очень примитивный. Ой, детский садик, идите в помощь. Соплячье маленькое. Их даже нельзя пробить, у них броня какая-то толстая. Они титановые какие-то. Они тебя есть, Димончик. Они не могут залезть. Они же маленькие. Ну. Кто у нас там такой? Че их не могу убить? Они что, бессмертные? А, Чика пришла! Ребята, смотрите, какая она красивая. Я гранату им кинул.
Она мне нравится, просто очень дрыганая. Есть. Ты ей прострелил голову. Красавчик, да. Диман. Опять меня укусили. Сейчас, ребята. По очереди. Снимаем. Ай-яй-яй-яй-яй. А я их не боюсь. Они меня убьют сейчас. Че их боятся? Они медленные. Они ничего не могут. Разве что кроссовки погрызть? А, у меня уже 40 кп за них. У меня 20! Есть. Они так нас и убьют. Я убил, Еще один, да? Ай, Димончик. О-о-о. А не, это он меня цапнул. Димончик, оставь мне его. Я иду к тебе. Где он? Ты его убил? Не знаю. Нет. А вот он, иди сюда. У меня 30 кп. Есть. А, Бонька. У меня не достанет. Это не достанет, да. Да, у страха глаза велики. Я сразу запрыгнул одним мигом на эти колеса. О-о-о. Здесь. Тебе, Димас, теперь не убежать. Короче, знаешь, Бонька, мангал убилась. Мангал лезет к нам. Если бы она оригинально вылазила, она бы с потолка на меня напрыгнула. Я отвлеку их. Ай-яй-яй, Димон. Граната? Что, меня? О, нет. Я не убил ее. Есть. Так, давай, хочу Бонни, тебя... Димон, отойди, я буду с РПГ стрелять. Давай. Есть. О, супер. Я его пробил базукой. Отлично. Убийцы просто. Если бы еще было бы написано чекпоинт. Миссия сохран... Слышал? Сохранена. Вот он бежит. Он бежит, Димон. Вон, а. Куда, он куда, бежит, куда, бежит, с кем, бежит, для чего? Беги, сюда, беги, сюда, сюда, сюда. Беги. Оп. Так, я оп. Куда-то спрятался. Димончик, я наверху. Где он? Вот он. Где? Я попробую перепрыгнуть. Меня. Попробую перепрыгнуть. Опа. Есть. А-а-а. Есть. На тебе. Фредди, а я тут. Давай погоняемся. Блин, это ж тупик. Все, я запрятался, меня не найдет. Надеюсь, это надежное место. Димончик, я здесь сижу. Я его жду. Это засада на Фредди. Вы должны его убить по-любому. Вот он. Открываем огонь. Спасите. Димончик, я его убью. По голове стреляй. Бежит. Я спасаюсь. Он по льду буксует. Побежал. Хотел ко мне. Есть. Делаю баррикады. Все, ребята, у нас получилась тактика. Один отвлекает, другой мочит. Давай делать баррикады будем. О, давай. Давай сделаем базу от аниматроников. Строим. Давай всё, построим, а чё бы и нет. Мы все в строительстве. О! Завалю я шкафами, Димон! Давай! Шкафы нас спасут! Все, лимит пойдёт. Стоит. А чё ты, шкафы не можешь, Фредди, да, отодвинуть? Не пройдёт. Чё ты сделаешь? На тебя бочкой. Я по животу стреляю. Спасайся, кто может. Марионетки ошиваются. Вот она. Рядышком. Ребята, смотри. Я испугался. Тихо. Тихонько. Чё себе? Тут стол его вонючий стоит. Убегай. Блин, марионетка рядом пробежала. Дурачка, что ли? Беги, не она меня не найдет. Спасайся. Я запря... Ах, ты, блин. Она тебя везде найдет. Нет, не найдет, Димон. Блин. Вот здесь она меня не найдет. Вот он. Вот я, вот. Че, все? Уже не такая крутая? Ребята, ну она, мне кажется, самая дерзкая из всех. У нее ногти завернутые на краю, в другую сторону, я знаю. Тихо, стой. Не шевелись. О, балун бой. Дышал его? Да. Димончик. Ну чё, мочим, пока она отвлекается на меня? Не боишься? Получить по голове пулей. Ну. Фиолетовый человек, зарежь её. Всё. Давайте рискнем жизнью, попробую перепрыгнуть. Оп. Блин! Нам конец. Марионетка. Вот она. Вот она. Спасайся. Меня съели опять.
Purple Man. А! Я в безопасном месте. Да ладно. Мне кажется, нет. Мне кажется, не безопасно. Я его видел. Да ладно, он не может мне так достать, это высоко для него. Я его вижу, Димон! Мочим его, мочим! Он забагался, наверное. А, он думает, что его не видит никто. А, Димончик. Оп, оп, оп. Димка, Димка, спасайся! Спаситесь. Я его не вижу. А, вот он был! Блин, это страшно. Я резко поворачиваюсь и его вижу, Димон, на одну секунду. Как он так быстро реагирует? А ты марионетку убивал? Нет, она живая. А где она? Я не знаю. Вот она, вот она, вот она. Какая она шустрая. За да успокойся. Тебя, тебя сейчас Purple Man убьет. Да не убьет. Он не может так на высоту залезть. Он прям рядышком. Он... Да не пугай ты меня. Давай ее убьем, замочим. Да, марионетка надо... Ну, ну что ты, марионетушка. Не могу понять. Против двоих СМГ никак? А че она на тебя не агрится? Не знаю. Ну че ты? А? Мне, мне ой, я упал! Я убью его по-любому. Ах ты, ё-моё! Понимаешь, что за мной гоняется? За мной гоняется марионетище. Димончик, ты сможешь. Я? Ну где ты? Я живым не дамся. Ты чё бочками кидаешься, засранка малая? А-а-а, не можешь, да, догадаться обойти ящик? Боже, какая ты не... Ой, смотрите, рядом и не видит меня. Ты засранка, я здесь. А-а-а, опять меня... Он очень дерзкий. Ах ты, ё-моё. Стоит такая, думает, откуда стреляет по мне? Я марионетку убил, все. Молодец, Димончик, красавчик. А-а-а. Вот сколько меня раз уже убили, я даже встать не хочу. Он меня тоже убил так быстро. Так, давай в бункер спускайся. Ах, не могу. Да смотри. Ай. Я не могу ему ничего сделать, Димон. Он сзади, сзади, сзади. Да замочите его уже. Ах. Гаси его. На, как мы его тогда убивали в тех сериях? Да еле-еле убивали. Он просто появляется под ящиками, за ящиков выглядывает прям. Да, вот да, он. Да, вот он. Не отпускай его! Вот тут мы его должны поймать. Вот он. Есть! О-о-о. Фух, ребята, какой он сильный. Прям какой-то он босс. Боев. Уходим. Шансов у нас... Я убью его. Ты понимаешь, кого я убью только что? Смотри, кого я убил. Я вижу, труп вылетит. Смотри, кого я убил. Он еще дрыгается. У него, короче, синдром бега остается еще после смерти. Да, супер. Небольшие. Кажется, он настолько старый, что... И еще у него и рефлексы убийства остались. Хотя на корточке он хорошо садится. О, прибежала. А ты откуда? Психичка. Бегать звук, вот она... звук только портит. А я убегаю от нее, она меня не может поймать. Она какая-то сразу видно старая модель. Тебе бы уже поймали нас. Она медленная, но страшная. На тебе. Ну ты чего? Есть. Модель его не пролазит в эти двери, не рассчитана. Нифига не просчитана. Он, наверное, присел немножко на корточке. Все у него там просчитано. Я выхожу на охоту. Ну я где ты, тебя. Тварь? Я помогу тебе. Я вижу его, вот он. Давай, бьем его. Тут он пройти не может. По животу. Не, лучше по голове. Контролечка. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!